У жителей левого берега наконец-то появится качественная питьевая вода. Вот уже 2 года здесь прокладывают сети. На сегодняшний день они готовы на 95%. Совсем скоро их запустят в работу. Мы прокладываем 18 километров трубопровода, основного, магистрального. Построили 2 резервуара по 1000 кубов каждый. Сделали автоматику, делаем наладку. И планируем, что после сдачи работ порядка 52 тысяч новых абонентов, то есть практически все жители левобережной части нашего города, смогут подключиться к воде. Сетей здесь не было, а чтобы их проложить, была проделана титаническая работа. Перед строителями стояла непростая задача – сделать прокладку труб так, чтобы их не подмывали грунтовые воды, а часть пришлось и вовсе прокладывать через степную протоку. Непростые условия были. Во-первых, высокие грунтовые воды, пришлось менять проектную документацию, потому что отметки не такие были. Это раз. Второй, проходили под степной протокой 100 метров на глубине 6 метров, проталкивали трубу. Но вообще из 18 километров 5 километров это как раз-таки делалось проколами. Работы планируют завершить до конца года. После того, как объект сдадут, планируется продолжить работу по проектированию и развитию внутриквартальных сетей, чтобы у жителей появилась возможность подключить свои дома к централизованным сетям водоснабжения. В настоящее время произведена обваловка резервуаров, и мы заканчиваем благоустройство на территории водозабора вокруг построенных павильонов над скважинами. Строительство сетей водоснабжения на левом берегу ведется благодаря федеральному проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость объекта около 430 миллионов рублей. Олеся Цыкина, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.